Добрый день. Приветствую вас, Игнат Тихонович. Так, ну, поподробнее мне расскажите, кто вы есть? Меня зовут Александр, я из Латвии, города Риги. Так, как ваша фамилия? Калныч. Вы по национальности кто? Ну, по национальности я русский, но так получилось, что живу в Латвии. Ну, язык латышский вам хорошо известен? Ну, так более-менее разговариваю. Дело в том, что я в Латвии жил и там обратился. Угу. У меня духовная жизнь через Евангелие началась в Латвии, город Вентспилс. Угу. Вам хорошо он известен? Ну да. Так, сразу давайте договоримся. У вас конкретно есть смысл разговора? Тут у нас дело... Да. У нас все записывается, все выставляется, чтобы вас это не смущало. Ничего нет. Еще какие-то тайны, вы их оставьте на другой раз для себя. Так, я слушаю вас, пожалуйста. Ну, сперва я вас хотел искренне поблагодарить за ваши огромные труды, вложенные во славу Божию. Вот. И хотел немножечко так вот рассказать подробнее, чтобы вести ближе к делу. Это самое. Ну, вот мы, я живу с мамой, с бабушкой. Вот так получилось, что Петр, отец со мной ниже год. Вот, и это самое, мы читаемся православные, вот, и я крещен в православной церкви. Вот, и у нас так получилось, что вот мама с бабушкой знакомые в 91 году нас пригласили в Пятидесятническую церковь. Вот, ну и вот с 91 года и по сей день мы в эту церковь как бы ходим, Пятидесятническую. Города Риги называется Откровение. Вот. Ну вот я крещен в детстве в православной церкви. И тут так получилось, что года 2-3 назад я уже принял в этой церкви крещение. Вот. Ну вот я вот у вас хотел спросить, согрешил ли я в этом как-то или нет? А вот у вас два глаза. И вы внезапно бы сами себя ослепили. Вы против кого бы согрешили? Ну, в первую очередь пострадали вы. А во-вторых, те, кто от вас зависит, кого вы обязаны допаивать, докармливать. В-третьих, вы даете дурной пример. Вот вы сейчас говорите, я там Пятидесятническая церковь. Название ее поточнее, скажите. Откровение. Откровение. Когда она возникла? Она возникла. Ну вот стало так вот это самое собираться. Люди там стали в 91-м, ну в 90-м году. Нет, сама организация впервые, где она, в каком государстве возникла? Ну вот там, как я читал историю, там был такой человек Воронай, его звали. Где? Она возникла, он ездил сам из Украины, он ездил в Америку, он как бы с Америки он привез это все. То есть эту бациллу он оттуда завез. В каком году это было? Если я не ошибаюсь, 60 каком-то. Так. Я буду говорить очень простым языком. Я не люблю усложнять, а наоборот. Вот. Мы понимаем, что цельное – это голова и тело. Тело отдельно не существует. Голова еще как-то может что-то. Да Господь говорит, я глава церкви. Колоссянам 1.18. А тело – церковь. И без церкви, без тела мы не можем вообразить прощение даже никак. Почему? Потому что спасение в теле Господнем. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А зачем прилагать, если без церкви? Дальше. Господь не сказал, что я буду творить две церкви, два тела. Нет. Он говорит, я, 16 глава, 18 стих Евангелия от Матфея, создам церковь. И врата ада не одолеют ее. Он ее создал когда? Ну, все знают когда. В день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Уверовали иудеи. Ну, эллинисты из других стран. И дальше вторая часть, это 10 глава, дом Корнилия, сотника. Все. И он не сказал, что пройдет время, она будет плохая, я ее отвергну, и тогда новое буду создавать. Это бред сатаны. Никакой церкви больше быть не может. Она одна. Одно тело, одна глава. И вот это одно тело и одна глава, говорят, а как определить сегодня так много их где-то? Когда я дошел до того, что без Библии нельзя спасаться, я обратился в Латвию в Вентспилсе в 1962 году,
27 сентября в 17:00. В это время я учился в высшем мореходном училище, на корабле работал. У меня сила, здоровье. А говорят, какая-то беда вас подвигла. У меня наоборот. Мне слишком много было дано. Знаний языков и прочее. Но на душе было неспокойно. Я умру. Работаем на опасном участке. Нам платят гробовые. Ну, то есть, смертельно опасный участок. И вдруг я погибаю. И где моя душа будет? А что Бог есть, есть ад и рай, это я знал с пеленок буквально. Ну, а как узнать, где правда? Я обратился там, где пятидесятники были. Они были объединены с баптистами. В то время была такая книга «Секты», разные секты, как-то называют, секты и расколы, что ли, называлось. Я данные впервые оттуда узнал. В 1913 году было всего только 130 разных наименований. Вы где-то бы себе маленько черкали, чтобы вам сгодилось это. В 1913 это 130. В 1930 году уже 300. А дальше данные расплываются на тысячи пошло. Насколько это достоверно, но специалисты говорят, сегодня перешагнуло за 21 тысячу. 21 тысячу. И у всех в руках Библия. И тогда я сразу подумал, ну, определить это невозможно. 21 тысячу я не могу ходить и слушать, тем более определитель, эталон должен быть в руках. Какой эталон? Библия. Другого эталона нет. Я стал думать так. Господь сказал, «Се, я с вами во все дни до скончания века». Вы в это тоже верите? Но, что Он был, когда сказал, и что в момент образования Церкви Он был, и что Он будет до пришествия Антихриста и до восхищения Церкви, это непременно. Но где? В первые дни было понятно, она одна Церковь. Если Он там не отсутствует, то Его нигде нету. Слово Божие истинно верно. Но вот, когда же их 130 было, это уже не под сильно определить. Но в одной из 130 он где-то должен быть. Частей, которые разбились. А я как раз сидел за столом, а стол покрыт был клеенкой клетчатой. И я так подумал, вот клеток много. Но в одной из них как искать? Я решил тогда сдвигать от 1962 года туда. Вот я, наконец, беру историю, иду в библиотеки, я считаю, я очень серьезно отношусь к спасению души. Наконец, я дохожу всего 3. А мне все дрожит. Ну, какая? Где ее найти-то? Может, она где-то в Болгарии? Как я через границу перейду? Для меня преград не было никогда. Я перейду. Я готовлюсь в Институт международных отношений. Я буду в посольстве и уйду за границу. Но не так Бог строит. И, наконец, я спускаюсь ниже, и она одна. А вот эта одна, я узнал ее название, и теперь спросил, а как они понимали, толковали Писание-то? А как имена этих людей-то? Мне не надо было одна и название, мне нужны были люди конкретные. И я нахожу имена этих людей, я иду в библиотеку, что-то нахожу, что-то выспрашиваю. И, наконец, гляжу, что у этой части, где она есть, эта Церковь Христова, второй век. Количество имен. Третий век, четвертый, пятый, шестой. И у ней везде подвижники, мученики за Христа. Речь идет о тысячах. Первый век это Игнатий Богоносец. Его львам отдали, антиохийский епископ. Считается по преданию, что это был ребенок, которого Христос, взяв на руки, сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Он умер на арене Рима. У него 6 посланий остались. А дальше Ириней Леонский, Киприан Карфагенский, Иоанн Златоустый. Я теперь спрашиваю ваших руководителей мысленно, назовите в 18 веке, а что он назовет, когда его не было? А в 16 не было, значит, ко Христу никакого отношения, это сумасбродство. Я сразу понял, у церкви обязательно должна быть связующая, связующая это епископат. Вот апостолы рукоположили епископов. А эти законные же имя. Почему? Потому что послание к евреям, 7 глава, 7 стих, говорится, без всякого прикословия, не надо спорить об этом даже. Меньше благословляется большим. Меньше. То есть майор рукополагается, я образно говорю это, генералом. А генерала может ставить только маршал, а маршала только может ставить сам президент.
Вот образно так. Так вот. И вот это вот рукоположение сохранилось сегодня в пяти частях. Где? Православие во всех его видах, старообрядчество, где есть священство. Второе, католическое, римско-католическое, она и от Петра. У православных от Андрея апостола. Третье, апостолическая Григориано-армянская церковь. Она в IV веке у них уже там захватила все. Четвертое, это копты, марониты. И пятое, сирийцы, сирийская. Все. За границами этими нет церкви. Никакой церкви вы не находитесь. Вот. Все остальное самозванство. Тогда я задаю вопрос. Некоторые не соглашаются. Я говорю, а вы согласны, что государственные законы учитывают состав преступления и по силе преступления наказание дают? Конечно. Я преподаю в университете, я грифель, доску расчерчиваю, пишу преступление, наказание. Так вот, дорогие мои, я буду писать не преступление, а только наказание. А вы определите, что там, 10 суток. Ну что, говорит, матерился где-то или подошел, говорит, не туда, пописал на вокзале там где-то. Ну правильно. Так, 1 год. Ну, это посерьезнее, значит, украл там 5 гусей или что такое. 10 лет. Ну, отец, это знаешь, это то другое. Смертная казнь. Тогда была еще смертная казнь, это не было меморандума. Ну, это как щекотило, не разовое, малолетних, там, насилование. Так, ну, а выше этого наказания бывает? Да нет, конечно. Ну, смертная казнь, что это высшее, так и называется, высшее. А вот и не высшее. Ну, а что его мертвому сделать? А не надо делать. Пишите. Числа. Запишите себе. Книга чисел. 4 книга. Моисеева. В Торе. 16 глава. Это единственное место в Библии. Единственный раз во всей мировой истории говорится, что люди живьем в ад сошли вместе с телами. Вместе с имуществом. Вместе с женами, с детьми. Я говорю, какое преступление? Ни один не может ответить. Это секта, отречение от церкви. Дафана, Верона, Корей. А чем он хуже вас? Вот что. Вот вы отнеситесь к этому очень серьезно. Вы не в церкви. И если это вам понятно, я вам больше не нужен. Вы заходите на наш форум, 1500 тем. Если зайдете на наш видеоканал «Во свете Библии», Игнатий Лапкин, там 1540 видеороликов наших. Там все отвечено. Я серьезно отнесся, и я понял, меня Бог избрал. В моем доме многие сектанты, баптисты, там, менонит там пришел, сейчас магистр богословия, пятидесятники, субботники стали православными, священники стали батюшками. А как это вам удается? Никак мне не удается. Это Бог делает. Я никогда не лукавлю. И когда они говорят, вот а у вас вот иконы поклоняются идолам, ну иконы это не идолы. Я тебе докажу в течение 5 минут. Но о поклонении не сказано, это вы правильно сказали. О, видите как? А у вас мощам поклоняются. Неправильно делают, но это не смертельно. Почему? Потому что нигде нет указания на это. Но мощи надо похоронить. Написано, прах ты, в прах возвратишься. Мне пишут, говорит, за рубежом, а обо мне 3 фильма снятые. И он говорит, как баптисты там уважают в Америке. А он их, говорит, пух и прах разносит. Вот так. Почему? Искренность. Я не стараюсь над вами победу одержать, мне не надо. Моя задача не спорить, а Александру один раз ответить. Записал. Все, моя задача выполнена. А ты не принял. Ну ты не избранный, все. Мне на тебя обижаться не надо. В Доме Божьем, говорит, есть сосуды в чистом употреблении и в поганом. Ты сам себя определи. Если ты избран, ты сегодня же встань на колени с бабушкой, там, с мамой и скажи, Господи, я хочу быть спасенным. А вне церкви нет спасения, вне церкви никто не спасается, вне тела как? Ну палец оторви, брось отдельно. Как мне быть там? Ну пойти там. Да мне православный не надо. Иди к католикам. А католики, да инквизиторы. Ну григориано-армяне, я тебе рестов 5 даю. Вот 5 сильных. Я не что только у православных спасается, ко мне это не относится. Я показал 5. На 5 ветвей пошло. Это исторический момент такой, но везде эта церковь одна, она одна. На моей одной руке, вот они все 5. И не случайно 5 пальцев. Это я самостоятельно дошел до этого. Вот у нас еще там такое утверждение, они тоже говорят, что вот если не крещенный Духом Святым, вот не говоришь на иных языках, то значит уже как бы далек от их как бы веры. Я вам отвечаю, что история церкви, говорит, уже в 3 веке языки прекратились.
их уже не было. Искусственно это только беснование, они одержимые. Я среди них был. Я у них на кафедре проповедовал в разных центральных городах, Харьков, Киев, Эстония, там Таллин, среди пятидесятников. Я их знаю, я не получал языки, у меня не было. Они говорили, вот у нас православный брат, вот он действительно возрожденный, он действительно брат. И начался отток оттуда, и тогда мне запретили, и против меня энциклику написали, чтобы нигде не давали. Это крещение духом, это не говорение языками, это исполнение духом в голове, в сердце, что ты имеешь те же чувствования, которые во Христе Иисусе, исполнен любовью, благодатью. Вот люди постятся много. К Антонию подошел сатана и говорит, ты постишься поскольку? Он говорит, по неделе не ем, один раз в неделю. А я вообще не ем. Так, а спишь как? Он говорит, в три дня, говорит, один раз. А я вообще не сплю. Чего мне не хватает? А он говорит, смирения у тебя нет. Он терпеть не могу это слово. Вот смиренно мудрее у сектанта вообще нет, они одержимые. Смиренно мудрее, смирись. Смирись да. перед этим. Я также знаю, что в церкви делается не так. Сектанты просто скрывают. Вот они встретились, мы начинаем беседовать. Так у него все есть, бороды у него нету, у него все позволено, поста никакого нету. А когда надо, мы объявим. Меня не надо обманывать, я знаю, как вы поститесь. Со мной они и в тюрьме были, я их видел везде, и всяких видел. Ничего, это обман. Они не знают. Тут когда у отделенных баптистов начали их исповедовать, и до брачной жизни еще только не нашли. Исповедь должна быть. У церкви пять таинств. У нас законное рукоположенное священство. И через него Бог делает таинство, совершает. У нас не просто хлеб преломили, а преломили хлеб и превратилось в тело. Нам подают тело. Нам подают и вино, и кровь. И у нас крещение, восставление грехов, а сектанты нет. Он заговорил на языках грехи прощенные. А еще крещение когда дадут? А Господь говорит через апостола Петра. Они говорят, мужи, братья, что делать? Он показывает три ступени. Покайтесь. Второе. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для прощения грехов. А не для обещания Богу доброй совести только. И тогда получите дар Святого Духа. У вас нет прощения грехов, и вы в грехах и никаком Духе Святом быть речи не может быть. Вот как дело обстоит. Латвию я знаю. И нынче мы будем в Латвию опять ехать. Если вам нужно будет встречу с вашими людьми, вы только в Mail.ru зайдите, знаете Mail.ru? И у меня попроситесь, друзья. Я тут все время торчу. И на форум зарегистрируйтесь, и вот тут вот будете знать. И мы там будем где-то, я не могу точно сказать, но думаю, в первых числах июля мы идем, ну где-то там до 5-го мы должны, 5-го выйти уже из Шенгенской зоны. Мы едем сейчас, едем с благовестнической миссией через Грецию, Португалию. Может быть, попадем в Англию, дальше всю Скандинавию проходим и переходим в Прибалтику и возвращаемся в Россию, уходим на север. У меня 38 книг из печати вышло, я иду во все библиотеки дарю, встречаюсь с русской диаспорой, сейчас назначают встречи в Санкт-Петербурге, в Греции, во Франции. Ну, как Бог знает, тут мы не знаем. В прошлом году, в 2013 году, мы прошли 130 городов и сел, 15 государств и 6 мусульманских республик. Это чего-то стоит. И когда нам говорят, я не спорю, но когда мы проехали, я подтвердил, все, что вы говорили о Чечне, о Дагестане, все правильно. Но на нас это не срабатывает. Почему? Сатана заглушен молитвой. За нас молились все. И православные, и католики, и мусульмане, и баптисты. Мы вот буквально как будто по воздуху плыли. И поэтому то, что вам кажется трудным сегодня, а как я могу поверить? А ты просто посмотри, с Дафаном, Авероном и Кореем на дне Адам хочешь быть, сиди в секте. А да. Корабль Бог построил. Он говорит, создан церковь один раз, не два раза, не так. Плохая, я заново буду перестать. Это нет, это выдумка сатаны. Я в церкви нахожусь. Вы себя определите. Спорить я не должен. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он просто возвещает истину. Так, вопросы? Еще вот хотел вопрос задать по Писанию. Давайте. Матфея, 11 глава, с 13 по 15 стиха. Ибо все пророки и закон пророки Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит.
Вот как это понять? Это вот... Понять очень просто. Все пророки, которые говорили о Христе, закончили пророчество, потому что пришел сам Мессия. Они о нем говорят, уже не надо пророчествовать. Он явился, родился от Девы, родился Назарета. Он все, бежал из Египта. Все пророчества, все до одного сбылись на нем. И отныне, не просто я уверовал, сложил руки, силой берется. Многие бегут на ресталище, на стадионе, Олимпийские игры, но один получает награду. Ты уверовал? Объяви пост. Милостыню даруй. Оторви от себя даже нужное тебе. Найди нуждающихся. Так, и дальше. Когда ты уверуешь, перед тобой откроется светлый путь, о котором здесь говорится. И Бог это просветит. Вот вы спрашиваете, как понимать? А мне не надо это спрашивать, потому что это уже отвечено. Я открываю, вот у меня вышли книги, трехтомник, полное толкование Нового Завета с откровением. Три тома, по 752 страницы. Там говорится так. По духу, по силе, Иоанн Златоуст говорит, он есть Илия. Почему? Он также находится, как Илия, в пустыне. Также бежит от женщины. Тот бежит от Иезавели, этот бежит от Иродиады. Он повторяет его путь. В силе и духе Илии. Если хотите так, то он пришел. Но Илия придет перед вторым пришествием. Но евреи нигде не знали, что будет два пришествия Христа. И они не понимали это. Первое – это его рождение. А второе, когда придет судить мир. Никаких третьих восхищений не будет, это обман. Плевелы, пшеница, оставьте расти до жатвы. А сектанты их вырывают за 1000 лет раньше, праведников-то. Написано, и я воскрешу его, верующего, в последний день, в 12:48. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 4 раза говорится, что верующего Христа воскреснут в последний день. А у сектантов, у баптистов, у всех, у них за 1000 лет, 1000-летие царства какое-то, это вообще. Церковь все это изъяснила, мне ничего не надо придумывать. Поэтому мои силы направлены на то, чтобы воплотить в жизни это. Пророк Илия в духе, то есть похожий на него, с такой же силой, ревностью, с обличением израильского народа. Он говорил, долго ли вам хромать на оба колена, а Иоанн говорит, порождение Хидины. То есть он не отличается от него, но это совершенно другая личность. Еще вопросы по Писанию есть? Да, еще есть. Давайте. Я простывший, поэтому я не совсем ясно говорю. Третий день. Сегодня уже полегче. Ну, Игнатий Тихонович, вообще такое вот, не знаю, от чего. Вот я вот как по себе вообще, я вот как бы, ну, не знаю, не то, что сказать, что против свадеб и торжеств, как-то меня к этому даже и не тянет. Я вот придерживаюсь, вот, как я понимаю, не знаю, вот, хотя вот у вас сам спросить, правильно я или неправильно, вот я вот придерживаюсь этого местописания. Вот, как Иисуса пытались, так сказать, ну, то ли его, ну, искусить, пытались идти вот фарисею. И вот тут написано, это самое, от Луки, 20 глава, 28-38 стих. Тебе не лучше с той стороны зайти? Сейчас спрошу Володя, тогда не будет этого звука отдавать. Попробуй. Давай попробуй. Туда переместись. Это. Ну, попробуй, может быть, вот так вот. Вот отсюда, как бы, подальше от колонок, я поверну их. Картинку правее. Я сейчас правее, вот сюда, да? Да. Я поверну ее, вот так, да? Да, да, да. Ну, хорошо. Так, повторите, Александр, еще раз. Да. Лука, 20 глава. 28-38 стих. Да. Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить сына брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену. Ну понятно, дальше. Александр, время на это не будем тратить. Вопрос в чем заключается? И Иисус сказал ему в ответ, дети века сего женятся и выходят замуж, а освободившимся насильно того века и воскресенье из мертвых не женятся и не замуж не выходят, но умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божией, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал предупреждение, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Причем здесь это он говорит, да? Дело в общем. У нас Библия православная, ну, православных издательств, синодальная, она имеет 77 книг.
у всех сектантов 66. Они 11 книг неканонических отбросили, назвали их апокрифами. А этими книгами пользовались все святые отцы. Они приняты в канон. Сектанты даже не понимают, пользуясь Библией, откуда вы взяли 64-то Евангелие? Их было около 20. Это все церковь православная сохранила-то. Какие были, на каких соборах, я вам все это могу назвать принято. И вот подошли ко Христу саддукеи. Я образно так говорю, фарисеи, это православные, а саддукеи, сектанты. Сектанты все отнимают, а православные лишнее накладывают на это. Мой, там, чистое, нечистое. Но из фарисеев получается апостол, а из саддукеев нигде никого нету. Они безбожники. Из них только могут быть лютеране, гонители, кальвины и прочее. Так вот здесь. Они, саддукеи, признавали только 5 книг. Не 60, тогда в Ветхом Завете было 39, а на самом деле их 50. А они только 5. Очень легко. И согласно 5 книг, они нигде не находили, что у человека есть душа, и что человек воскреснет из мертвых. Христос не сказал, ну а как же, давайте почитаем 38 главу Иезекииля. Они не признают. И поэтому, беседуя с сектантами, я им показываю на их только канонические, которые они признают. Вы бы сейчас сказали, я признаю только одно Евангелие от Иоанна. Я по Евангелию от Иоанна вам то же самое докажу. Если вы скажете, я одну главу признаю, по одной главе буду доказывать. И вот Господь им тогда и говорит. Так, чтобы сначала маленько назад вернуться. Чтобы 7 братьев, видя, что все умирают от этой женщины, но уже второй не женился бы на них, они придумали, такого не бывает. Да если их 7 братьев, 7 братьев, родные братья, то один от другого-то рождается, когда разница в возрасте какая была. Она его уже в бабки годилась бы. Врут они все это. Но Господь это не стал опровергать. Ладно, пусть будет. И он берет по этой книге и говорит, а вы считали 3 главу книга Исход? Ну да. И он говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Ну и что? Слушайте внимательно. Если у отца было 5 сыновей, и троих убили на фронте, и теперь, когда с ним разговаривает, он говорит, я отец 2 детей. Не 5, потому что троих уже нету. Но как Господь разговаривал, Иисус Христос разговаривал с ними, он сослался на Моисея. На Моисея. Так вот, Моисей получил от Бога ответ, что Авраам живой. Исаак живой. Почему? Он говорит, я не был Богом, а я есть сегодня Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. То есть они у меня живые, у Бога все живы. В славянском языке есмь стоит. Вот если в других языках, в немецком там это, там тоже это слово есть. Ист. В английском тоже это слово есть связующее в сегодняшнем времени, в настоящем времени. А они этого не понимали. И когда Господь им показал, с евреями же разговаривают, а не саддукеи, но евреи-то, что Бог говорит, я сегодня являюсь, я перевод даю, являюсь Богом живых у меня, Авраама, Исаака, Якова. А они умерли, как они живые? Значит, у них есть души, и души находятся в Шеоле, и они не умерли, умереть не могут. И в свое время они воскреснут, и они отошли, они поняли. Я думаю, они вернулись к своим учителям и говорили, ой-ой-ой, куда мы залезли-то? То, что я вам говорю, если вы это представите, а я выставлю ролик, и вы своим друзьям, товарищам покажите и скажете, куда мы залезли? Вы Дафаново, Веронова племя. А мы хотели церковь сделать лучше, украсить ее по-другому. У нас не будет пьяниц. Вы хорошо додумали-то. А вы помните, когда ковчег перевозил Давид, и он наклонился, и Оза решил его придержать рукой. Ну, валы наклонили, воз-то, это не игрушка. И Бог сразу убил его. Спрашивается, а что он сделал-то? Он не богохульник, никто. А то, что с человеческими силами дело Божие не выправляется. Вот какой смысл-то. И Давид испугался, и там на гумне оставил, и там он стоял. А там сразу все пошло благословенно, мышей нету, зерна намолачивает 10 раз больше. Давид, только бы ко мне перетащить. Вы не знаете, какое благословение будет у человека, который вот был сектантом, вот у нас есть люди, и стал православным. Ну, проходит время, он священник, я говорю, скажи, вот ты бы был сейчас, а он уже был проповедник у них, я и там бы был, и здесь. Ты можешь сравнить? Да какое сравнение-то? Да никакого даже нет. Я хоть у католиков, где бы я ни поехал, я везде принимаюсь.
Он немец, принял православие, немец из меннонитов. Это вы на форум зайдите, называется Генрих Фаст. В моем доме обратился преподаватель Томского университета. Вот и все. На основании 5 книг наш Господь Иисус Христос доказал им, что вы неправильно считаете, не понимаете. И когда люди приближались ко Христу, подобные вопросы задавали, это Матфея 22 глава, запишите себе. Матфея. МФ, точка, 22, двоеточие, 29. Он ответил, эти слова вы заучите наизусть. Заблуждаетесь, запятая, не зная Писания, ни силы Божией. Вот что вам не хватает. Вы все, которые не православные, заблуждаетесь, Писание не зная. Знать Писание это не означает считать, иначе и коммунисты знают, и мусульмане бы знали. Понимать духовно. И нужно такое толкование иметь, которому ни одно место Библии не противоречит. То, что я вам говорю, и хоть одно место, если противоречит, все это не от Бога. Вот Христа предсказал Захария в 30 серебряников оценят цену неоцененного. 30. А если мы заплатили 29, это не Христос, это обманщик. А если 31, не может быть. Захария сказал, за 630 лет менялись цены на коров, на быков. Цена раба не меняется, и все. Цена раба, у которого кроме деревянных башмаков ничего нету. И, наконец, она исполняется на Христе, и цена сразу поднялась и пошла. История вот что нам рассказывает. Почему? Пророчество. И он сказал, что пастырь входит дверью, а дверь – это Писание. А вор – ингел, вопреки Писанию. Я вам по Писанию объясняю. Сектанты говорят, как будто по Писанию, а они совершенно не по Писанию. Вот субботник ухватился за субботу. Он правильно говорит, но он не понимает сути субботы. Субботу никто не отменял. Но суббота, покой, он наступил в воскресенье. В субботу Господь трудился в аду, он воскрес в воскресенье. Я, говорит, воскресну, вы меня увидите, и радости вашей никто не отнимет. Когда рождается дитя, женщина не помнит себя от радости. Когда? Когда рождается, когда церковь рождается, он воскрес из мертвых. И говорит, мир вам, и они возрадовались. Они были печальны. И когда идут в Эммаус, он говорит, а чего печальны? Сектанты этого не понимают. Суббота, Ветхозаветие, наступило воскресенье. Все Ветхозаветие написано было тенью будущих благ. Вам не надо все это называть где-то? Есть такое? Тень, тень, вот возьмите издалека и посмотрите, как под лампочкой ваши пальцы растопырены, широкие. И чем ближе, тем они все точнее отображают руку. И когда вы надавили, допустим, на полке, совпала тень. И вот я с сектантами говорю, скажите, а почему у вас креста нету? Так на нем грехи распяты. Но его кровь Христова смыла. А как вы узнали, что... Я ничего не могу доказать, но докажу в течение одной минуты. Вы знаете, что без пролития крови нет прощения грехов? Ну да, послание к евреям. Хорошо. А вы знаете, что в Ветхом Завете приносили агнцев? И Христос говорит, паси агнцев моих. Ну да. А кто такие агнцы? Ну, ягнята, овцы. И что? Господь говорит, это Иоанн Креститель, Евангелие от Иоанна 1:29. Посмотрите, запишите. Он говорит... Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это картина Иванова, явление Христа народу. Агнец Божий. Я говорю, еврейский народ, когда резали ягнят, куда их ложили? Ну как куда? На жертвенник. Значит, Агнец указывал на Христа, ягнящая кровь на кровь Христову. А жертвенник на что указывал? Куда Христа положили? Ну куда? Как Христу? Это жертвенник. И когда мы считаем книгу Исход, 30 глава, он говорит, что и 7 дней жертвенник освящайте, и все, что к нему прикоснется, осветится. Так это кровью ягненка пролита, а это кровью Сына Божия, Создателя Вселенной, окроплен крест. Как он может быть не святой? Сектанты сразу, ну если бы тот крест, конечно, на Голгофе, мы бы его посчитали. Совсем не умно. Я не говорю, дайте мне оригинал Библии, который Матфей своей рукой написал. Мы имеем переводы, мы имеем копии. Надо, ну нельзя так совершенно оглуплять себя. Так что крест – это знамение. Вот возьмите, допустим, на вас нападают собаки где-то. А вы наклонились палку взять-то? Я здесь сразу остановились. Почему? Он битый. И 16 глава, 20 стих к римлянам. Говорится, что... И сокрушит сатану вскоре под ноги ваши. Я как-то беседовал с сектантами. Город Караганда, у нас есть такой в Казахстане.
Вот, это, я говорю, а вы во сне бывает вот, а там адвентисты, баптисты там разные собрались, что видите сатану? Ну да. И бывает он на вас нападает? Ой, говорит, как страшно. Ну а как вы от него отбиваетесь? Он мне говорит, я ничего не мог сделать, потом взял, вот так перекрестил, он исчез. Я говорю, так вы же не креститесь. Ну вот так во сне получилось. Друг перед другом-то. Вот, перекрести его, и он сгинет. Трудно тебе выйти на улицу, ты боишься. А ты утром вот так вот соверши крестное знамя на лоб, на чрево, где пуп, правое, левое, это крест Христов. И скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, благослови меня, Господи. И сатана, если у дверей, вся дорога расчищена, он боится имени Господним. У нас на все есть ответ, потому что перед нами прошли 20 столетий. У нас история. Я вот сейчас с вами разговариваю. Я разговариваю так, как написано в Писании. Я говорю толкование, я разговариваю по святым отцам. Самая главная цель жизни – найти ее. А в чем она цель? Спасти душу. Ну а как это понять? Серафим Саровский, у православных есть такой, он говорит, стяжание, то есть приобретение Духа Святого. Это вся жизнь потребуется для этого. Вот в этом есть смысл. И здесь со мной, я когда говорю со мной, Серафим Саровский, я сейчас привожу выдержку из Феофана Затворника, он со мной. Сектант ничего не может взять, у него пустота, он без роду, без племени. Зачем ты избрал такой путь? Этот путь, который я показываю, на нем святые воссияли, мученики, умирали за Христа. По порядку все, Киприан Карфагенский, там все апостолы, там все в церкви были, все мученики. Вот у меня на нашем сайте, сайт, библейский сайт «Во свете Библии» называется, «Во свете Библии». Там 50 книг моим голосом насчитаны. Вы можете взять «Жития святых», 12 томов, 12 томов Иоанна Златоуста. И у вас все это сектантское, как дым, улетучится. Тебе надо узнать толкование Евангелия от Матфея. Пятую, это шестую книгу открывай. Евангелие от Иоанна, восьмая книга. Деяния апостолов, девятая, а каждая книга по 800 страниц. Он проповеди говорит. Я пошел путем поиска, сжимая к первому веку, и я понял. Меня Бог вывел. А почему вас вывел, а других нет? Вот это от меня сокрыто. У меня мама была глубоко верующая. Деды с обоих сторон верующие. И поэтому чья-то молитва Бога достигла. Но и я не лукавил никогда. Никогда. Бог меня так провел. Это Он. Боже, моего тут ничего нету. Так. Ну, такой вот еще вопрос последний. Откровение Иоанна Богослова говорится о 44 тысяч избранных, которые не осквернились. Это как понять? Слово «не осквернились» понимает буквально, которые не женились. Павел говорит, желаю, чтобы все были как я. Женатый заботится о Господе, о мирском, как угодить жене. И также женщина буквально понимает так. И это речь идет не о том, как свидетели Иеговы говорят, это вот там-то, там они будут. Это все бред. Там написано колено, из какого колена, сколько. И когда перечисляется колено, вы там одного колена-то не найдете. Оно берется из-под колена, Ефрем. А колена данного нету. А почему нету? Потому что из него Антихрист придет. А откуда это известно? 49 глава Бытие. Дан будет змеем на дороге. Об этом у Иеремии слышен храп. Он исключен. Это у Бога так. Царственным коленом называется колено Иудина. Почему? Из него воссиял Спаситель мира Иисус Христос. А из Дана придет Антихрист на 3,5 года. Все ясно. Ну как? Все понятно. Не зря потратили время. Да. Благодарю вас, Игорь Тихонович. Еще вопросы есть какие? Нету, пока больше нет. Ну, до следующего раза. Накопите вопросов 10. Да. А если хорошо, записывать будете, вы потом проверяете. И заходите на наш форум, и если нужна будет встреча, вы уже начинаете подготавливать. В Mail.ru на меня выйти в друзьях, и мы обменяемся, а мои адреса везде выставлены. И тогда мы будем знать, где заехать. Город какой у вас? Город Рига. А в Риге я обязательно должен быть. Так, вообще вопросов нет. А вы могли бы там народ русский собрать? Да, могу постараться. Свою общину, там какие знакомые, может быть, батюшек. Мне разницы нет, какая аудитория. Ну все, пока, Александр, с Богом. Да, благодарю вас, с Богом. Храни вас Господь, выключайте.
Вот Господь дал вещь какую хорошую. Да. Интересно. Думал только, что сегодня день прошел, записи не будет. И тут-то было. Пока говорили, еще один вышел. И сейчас посмотрю, еще он, кто такой. Опа, куда-то улетел. Куда он делся-то? Только взял увлечительный посмотреть. А что это такое означает?